Всем привет, с вами снова София, и сегодня у меня макияж. Да, ребята, повседневно я делаю макияж простой, и я просто наношу тени, просто кожаным цветом. Для этого я использую вот такую вот штучку, короче. Дальше я использую, естественно, у себя использую... Румяна. У меня есть простые румяна и такие румяна. Это вот так, чтобы были вот немножко красненькие. А тут это просто, чтобы были беленькие. Я хочу сегодня сделать беленькие. Я не хочу быть какой-то такой красненькой. Также я использую повседневно вот такую маленькую палетку. И да, ребята, я использую кожаный цвет для того, чтобы поправить... тени. Также я использую вот такую штучку. Это я вам рассказывала, что это у меня NF. Очень хорошее средство. И повседневно я использую простую помаду и простое зеркало. И вот такую штучку для того, чтобы у меня не было блох. Так, по-моему, проще челку расчесывать. Но обязательно эту штуку нужно мыть. И также, ребята, я вам хочу сегодня показать помаду. Вот такой вот помада, которая мне всегда повседневно помогает ухаживать за своими губками. Это фруктовое сияние клубника. Очень хорошая. Я думаю, мы начнем. Начинать я, наверное, буду. Приблизьте, пожалуйста, к моему лицу, чтобы только лицо было не так быстро. Я, наверное, начну с тени. Потому что тени – это мое средство. Как вы видите, тени я не прибираю. И да, тени у меня очень мало. И я пользуюсь, к сожалению, только одним средством. Я не использую ни зеленый, ни такой. Я люблю использовать простой цвет, который мне нравится. Первый раз получилось так вот. И дальше, что я делаю, это крашу, конечно же, вторую. Вот так вот у меня получается. Ну что ж, ребята, с палеточкой маленькой мы закончили. И да, ребята, вот тут у меня осталось немножко... Поэтому я использую, сразу беру и использую вот такие румянчики. И поэтому я вот эту штучку откладываю сюда вот и использую тени. Ой, румяна. Вот беру я таких. Как видите, я взяла очень-очень много, и потому что я очень люблю использовать камеру, пожалуйста, только на меня. Я беру очень много, и чтобы мне их было нравится. Почему я беру маленькую кисточку? Потому что я использую очень много румян. И мне не нравится большая, потому что когда вот ее берешь, и вот размазывать надо по всему, и она берет, кстати, очень мало. А тут я беру как раз очень много. И она мне очень сильно нравится. Опа.
Почему я люблю белый цвет? Потому что многие цвета мне не подходят. И я бываю поспешно со своими выводами. Да, покупаю, но она мне не подходит. Поэтому сначала я все-таки советуюсь с кем-то. Естественно, я заделывал пырейщики и многое такое. И, ребята, вот как у меня получилось. Да, ребята, я знаю, что вышло очень супер. Я вся белая. А также я беру потом... Подождите после этого. Что ж такое-то? Могу открыть. Говорила вам то, что... Короче, ладно, потом. Я беру... Эмер. Очень хорошее средство от морщин. Я беру и делаю его вот сюда. Потом, через некоторое время, оно засыхает. И все. Не видно. Также, ребята, я использую Нивею. Очень хорошую помаду. Очень красную. Бывает очень красная, бывает не очень красная. Вот я купила и красную, и не красную. Вот как у меня получилось. Ребята, если вам понравился мой повседневный макияж, не забудь поставить лайк. Ссылочка будет на мою косметику внизу. Не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк, еще раз говорю. Все ссылочки будут в описании, и также моя электронная почта и так далее. Я думаю, нам с вами нужно прощаться. Всем пока-пока!